Всем привет! Презентация новой коллекции, которую мы приготовили для декабря. Очень интересное название Out of Town. И самое интересное, несмотря на то, что это декабрь, эта коллекция значительно отличается от коллекции Riches. Riches, она блестящая, прям такая новогодняя-новогодняя. То эта коллекция, она как в противовес мы ее делали. Правда, Riches уже почти закончилась. Новый год еще не наступил, а коллекцию мы уже продали. Riches, там осталось несколько оттенков. Вот. Эта коллекция большая противоположность, она абсолютно эмалевая. Сейчас мы с вами сделаем дизайн из этой коллекции, потому что там внутри мы положили вам подарок, шармикончик очень красивый. Очень долго думали, что туда положить, потому что вы заметили, мы в последние коллекции стали что-то обязательно вкладывать в наборы. Вот, чтобы было интересно с чем-то поработать, поэкспериментировать. И там очень клевый шармикон, причем он один из самых моих любимых. Мы этот тираж повторяли уже два раза и решили в этот набор положить именно этот шармикон, потому что цвета прям один в один подходят. Очень подходит. Катя так изменилась. Да то фильтр, девочки. Хотите фильтр отключу? Сейчас давайте посмотрим на меня без фильтра. Так, как тут у нас фильтры отключать? Фильтр, отключайся. Во, отключила? Не, не отключила или отключила. Отключился фильтр. Вроде. Угу. Добрый день, интересно, у вас дизайн на руках? Да, у меня как раз коллекция Riches. Это новогодняя коллекция с блестками. Вот. А сейчас я буду выкрашивать коллекцию, тоже я ее называю новогодняя, декабрьская, такие темные глубокие оттенки, но она эмалевая. Видите, насколько две разные коллекции. Вот сейчас у меня на руках Riches, а мы с вами сейчас поработаем вот новой коллекцией. Конечно, похорошела, девочки. У меня же зубы роскошные. Глаза сделала. Глаза, правда, еще заживают. Еще не зажили глаза. Riches купила, а на эту не накопила еще. Ну, у вас еще впереди целый месяц. Еще успеете. Да, коллекция. Смотрите, старт продаж коллекции. Таун. 26 ноября. Вот, уже официальный старт. Я сейчас делаю предварительный показ. Такой, знаете, coming soon ожидается. Вот, ну, чтобы посмотрели, интересно вам, какие оттенки. Захотите вы купить набор, захотите купить какие-то отдельные цвета. Я, например, этот набор ждала из одного оттенка, вот этого синего, просто долгожданного. У меня очень много сейчас в гардеробе вот такого оттенка. И я вот просто именно вот этот вот прям вот правильный такой вот он синий-голубой. И у меня как раз вот вторая рука будет именно с этим оттенком сделана. Это молодой человек какой-то пишет. Молодой человек, отписывайтесь, конечно. Я не знаю, что вы здесь забыли. Доброе утро. В общем, приступим. Сейчас я вам покажу дизайны, которые я за вчерашний день приготовила. Работала именно шармиконами, которые идут в подарок к этой коллекции. К этой коллекции идут ложечки. Идут наклеечки, я уже просто достала и приклеила. Вот, я уже достала и приклеила. Сейчас мы с вами быстренько выкрасим, чтобы время не терять, и приступим к дизайну. Итак. Смотрите, как прикольно, да? Казалось бы, шармикончик вот такой, да? Но он так хорошо подошел под эту коллекцию, прям вот идеально подошел. Я здесь, смотрите, делала и с тигриными полосками, и леопард рисовала, и просто абстракцию делала, и использовала шармиконы просто
в индивидуальном варианте, когда больше ничего не используется. Мне вот эти варианты особенно помогли. Так, смотрите, отдельно ложечки, девочки, ну, блин, у нас на рынке продается. У меня вот секретарь ездит, там у нас на рынке есть несколько магазинов, у них куча всякой штуки продаются, и мы ездим, да, для меня ездит отдельно ложки покупают, если вы ими, например, заканчиваются. Вот, отдельно ложки не продаются, вот, в наборе идет 6 ложечек. Понятно, что идет не как здесь, здесь нужно еще ряд приклеить, если хотите, и матовый, и глянцевый показывает. Типсы у нас продаются вот такие, вот, но я не знаю, сейчас они есть в наличии или нет. И как выглядит шармикон. Мой любимый шармикон. Обожаю его. Смотрите, какой красивый. Идеально подходит под эту коллекцию. Просто идеально. Так, ну что. Смотрите, девочки, есть всегда выход. Если вы хотите делать вот такой двойной ряд, просто покупайте отдельно ложечки. Они же продаются вот так пачками, эти ложки. Вы просто ложки, которые идут в этом наборе, не используйте их. Клейте на свои ложки наклейки, и все, и проблема отпадет сама собой, чтобы ничего не отличалось. Да, вон кто-то подпинает. Али, заказывайте оптом, вам вагон придет этих ложек. Все правильно. Так, в этот раз декабрьскую коллекцию решили выпустить вот в таких сумочках. Я, кстати, сумочки люблю тоже очень, как и коробочки. Вообще люблю упаковку. Смотрите, какая классная. Так, достаем оттенки. Еще раз напомню, в подарок к набору идет у нас вот такой шармикончик. Он отлично подходит к этим оттенкам. Так, это тоже новогодняя коллекция, я ее называю. Давайте не новогодняя, а зимняя. Зимняя. Новогодняя Ричес, она, видите, у нас с блестками. Вот. А это зимняя. Идеально для зимы. Вот сейчас в декабре, в январе, в феврале такими оттенками покрывать. Ну, давайте с хита начнем. Я так думаю, что этот цвет сразу же пойдет у нас в базовую коллекцию. Номер 336. Просто огонь! Кто себе уже купил хотя бы свитерочек такого цвета? Это самый модный цвет этого сезона. Он вот просто идеальный. Я себе хотела пуховик сначала купить. У меня, знаете, у меня метание между зеленым и синим. Я все ищу. Либо куплю себе зеленый пуховик, либо вот такой вот цвет синего. Видите, он и не голубой, и не синий оттенок. Так, следующий цвет тоже роскошный. Решили к зеленым добавить вот такой оттенок хаки зеленый, потому что такого зеленого тоже очень много. Хотя хит зеленого – это чистые цвета, да? Девочки, а принесите мне 2 зеленых, которые у нас отдельно выходили. Сейчас я вам для сравнения покажу зеленые, которые у нас отдельно выходили. Чтобы вы про них не забыли. Это шикарных 2 зеленых. Вот. Ну, не все. Да, зеленый можешь мне принести? Да, а есть выкраска еще на них? Она, по-моему, лежит, где все выкраски лежат. Видите, такой вот вегановский зеленый я называю. Цвет хаки. И вы даже знаете, вот если на темном фоне показывать, чтобы был виден оттенок. Вот, хорошо виден зеленый. Красивый? Нет, на веган не похож. У меня где-то здесь веган стоял, кстати. Сейчас я вам веган покажу. Веган же он вообще светло-зеленый. Вот, смотрите, как веган выглядит. Вот, увидели, какой веган? Этот именно темный оттенок. Он такой вот темный цвет хаки. Очень шикарный оттенок. Поэтому, девчонки, кто любит вот такие цвета. Вот. Напомню, кстати, что у нас есть 2 зеленых.
326 и 325, я вообще называю, что это именно два несравненно модных зеленых. Я, конечно, больше такое люблю, я цвет хаки не очень. Вот. Ну, я потому что блондинка. Вот, мой любимый цвет. Просто обожаю его, вкусненький. 325. Так, следующий из коллекции цвет. Номер 333. Номер 333. Так, за набор сейчас узнаю. 6 миллилитров я сейчас узнаю. Но я так думаю, что будет. У нас всегда и 6 миллилитров, и 9 должен быть. Смотрите, какая вкусняшка. Кто любит вот такие оттенки... Не, не надо. Кто любит вот такие оттенки, прям запасайтесь. Так, тоже в эту же тему, только другой оттенок, 337. Милитари похож? Да нет, я бы не сказала, что на милитари похож. Но я сейчас не найду милитари, потому что у нас милитари, его давно нет в продаже. У меня, наверное, его даже здесь на остатках нету. Вот уже кайфовый цвет. Номер 337. Короче, в эту коллекцию добавили оттенки, вот которых вот не хватало. Видите, вот такие они очень ходовые, популярные у клиентов цвета. Вот 337 и 333. У нас вот таких вот оттенков нету. Вот у нас есть более бордовые. Так, классный красный оттенок. Смотрите, номер 334. Добрый день. На Валберис ваши гель-лаки продают. Это не подделка? Нет, не подделка. Мы там сами их продаем. У нас там просто ассортимент очень маленький, потому что на Валберис очень сложно встать всем ассортиментом. Вот, поэтому... Смотрите, какой интересный оттенок красного. Я долго думала, как его описать. Вот он такой, знаете, как клубничный красный. Он клубничный. Вот камера, кстати, немножко делает его ярким. Он немножко не такой. Он что-то среднее между клубничным красным и таким ретро. Я бы сказала, что это ретро-красный. Необычный оттенок. Тоже думали, выпускать или нет. Но любители красных оттенков, я думаю, что вам понравится. Зайдет. Он такой, видите, он приглушенный красный. Вот это особенно на матовом фоне видно. Видите, вот глухой. Немножко так, вот какая-то такая, может быть, грязнинка присутствует у этого красного. Вот. Но я бы не сказала, что это такой цвет пасты, именно пигмента. Вот он больше, знаете, клубничку напоминает. Так, и последний оттенок. Вот мне буквально тут на днях писали, сделайте серые оттенки еще. Сделали номер 338. Это такой, знаете, ну, темный серый оттенок. Самый ходовой, конечно, серый сейчас, это цвет из капсулы серый. Сейчас я его покажу. Юля, принеси мне из капсулы серый оттенок. Вот, а это такой серый цвет, вот действительно для зимы. Угу, спасибо. А ты не помнишь, какой сейчас номер у капсулы? Сейчас я вам капсулу покажу, цвет серого. Он такой более светлый. Вот, смотрите, видите, это цвет капсулы. Капсула, серый цвет сейчас вставили в основной ассортимент. Сейчас скажу, какой у него номер. Вот, поэтому, кто просил серый оттенок более темного плана, вот номер 338. Четвертая капсула не выйдет. Я передумала выпускать четвертую капсулу. Вот. Со следующего года у меня будут другие капсулы, они будут большего размера. Вот.
Поэтому четвертой капсулы не будет. Так, номер 338. Долго не отвечайте. Девочки, у нас эфир в виде мастер-класса. Как вы думаете, вот когда я что-то сижу, рисую, делаю, покрываю, я могу одновременно читать? Нет, не могу, это сложно. Поэтому уж простите меня, пожалуйста, что я не могу это одновременно делать. Так, давайте делать теперь дизайны. Потому что все-таки я обещала сегодня мастер-классы сделать. Начнем с самых простых. Мне, конечно, больше всего нравится вариант, когда вот просто лаконично, в центре, матовый плюс глянцевый. 323. Вот, смотрите. Все оттенки. Прям можно сфотографировать экран. Четвертая капсула. Очень экстравагантные капсулы получились для потребителя. Не все поняли мой футуризм. Вот, и я решила пока от футуризма немножко отойти. Поэтому со следующего года у нас будут другие капсулы. Они, во-первых, будут другие по комплектации. Вам больше понравятся. Они будут прям с готовым решением внутри. Ну, короче, классно. Я уже прям первую капсулу, которая выйдет в апреле, уже сейчас делаю начинку, разрабатываю. Там будет своя книжка с дизайнами, только она будет большего размера. Заболела у меня Галя, девочки. Заболел у нее ребенок. Она сейчас в больнице лежит. Сегодня я одна. Так, ну что, давайте начнем с простого варианта. Возьмем номер 338. Делаем однотонное покрытие. Я сейчас начала делать дизайн, и, к сожалению, вот прямо сейчас уже читать не смогу вопросы. Сейчас потерпите чуть-чуть, я потом отмотаю, отвечу. Сушим. Сушим хорошо, потому что серый очень плотный. И будьте внимательны с толщиной, чтобы слишком жирно не нанесли. Перед тем, как клеить шармиконы, обязательно наносим теклос. Это такой каучуковый топ резиновый, который идеально подходит для приклеивания слайдеров на клеевой основе. У нас они называются шармиконы. Они имеют клеевую основу. Причем, чем хороши наши шармиконы, тем, что у них очень высокая клеевая основа, очень тонкая толщина, и за счет этого происходит просто идеальное приклеивание. Единственное, конечно, если где-то по торцам попадает, по боковым сторонам, будьте внимательны, минимум два слоя нужно перекрывать. Так. Просушили, наносим тоненько теклос. Сушим. Смотрите, сушить минимум 2 минуты. Я подробно так сейчас все проговариваю, потому что есть кто новенький, возможно, да? 2 минуты, девочки. Одна минута, да, нет липкости, и, в принципе, нормально приклеится. Но чтобы вот идеально 2 минуты, у него тогда поверхность становится такая, знаете, резиновая-резиновая. Юля! А, все, пошла. Пинцета нормального нет. Так, смотрим, какой цвет хорошо подойдет. Нужно взять вот этот вот с коричневинкой. Можно обезжиривать, девочки, можно. Ну, смотрите, когда мы обезжириваем, а поверхность, она без липкости, но она имеет такую текстуру, что вот шармикон даже, в принципе, он хорошо приклеивается, можно. Знаете, вот когда, ну, выйти из положения, обезжиривать, но если есть возможность нанести топ без липкости, каучуковый, то лучше нанесите топ без липкости. Особенно вот такие широкие шармиконы, когда, видите, он поверхность большую занимает.
нужно, чтобы он прям идеально приклеился, то лучше, конечно, нанести Т-класс. Так. И давайте какие-нибудь словечки придумаем, приклеим. Кто спрашивал за оттенок серого из Биурбан? Смотрите, тоже хорошо подойдет для этого дизайна. Просто в Биурбан оттенок, он цвет асфальта, прям такой темный-темный. Если хотите, я в конце эфира схожу, принесу Биурбан, серый цвет, и вы посмотрите, чтобы сравнить. Дальше, чтобы сейчас наносить матовый топ, я вам рекомендую, так как Шармикон занимает очень большую поверхность пространства, нанести топ-слайдер. Почему? Во-первых, топ-слайдер сейчас выровняет поверхность, да? А вот здесь вот так как один Шармикон большой, второй Шармикон, поверхность неровная. Вот чтобы сейчас матовый топ хорошо лег, лучше поверхность выровнять. Ну и плюс Шармикон таким образом будет хорошо держаться. В любом случае дизайн, если хотите, чтобы дизайн качественно относил клиент, это всегда минимум два слоя финишного гель-лака. Вот в данном случае я совместила два топа. Да? Я, получается, беру матовый топ и совмещаю его с топом с липкостью. Вот топ-слайдер – это топ с липкостью, а сверху у него уже наношу матовый топ. Нет, этот серый цвет, он не уходит в синеву. Смотрите, здесь при колировке использовался вот просто черный и белый пигмент. Все, больше в составе здесь ничего не использовалось. Поэтому это классический средний серый оттенок. Здесь нет в составе голубого. Да, сейчас Биурбан принесу. Юля, а принеси мне выкраску Биурбан. Сейчас, девочки, я вам сравню красный, как раз увидите, и сравню серый. И вы увидите, что это разных два оттенка. Так, все. Видите, во-первых, тогда матовый топ очень хорошо ложится, он хорошо выравнивается. Его тогда в этом случае можно нанести не сильно толсто. Вот понимаете, когда наносим на топ-слайдер, матовый топ очень хорошо ложится. Вообще матовый топ в идеале ложится просто на цветной гель-лак хорошо, потому что есть дисперсия у цветника, и в этом случае ничего предварительно наносить не нужно. Это только в случае, если идет дизайн. Топ не скатывается, если топ на топ наносить? Нет, не скатывается. У топ-слайдера хорошая клеевая основа, это топ с липкостью. Вот. И матовый топ, Вельвет топ гель, очень хорошо ложится. Так, теперь мы берем Т-класс, это топ без липкости, и берем небольшую палитру, выкладываем на палитру. Выложили. Теперь берем кисточку. Кисточка у меня чуть-чуть. Сейчас кисточку чуть-чуть помоем. Бросила кисточку. Все, и аккуратно делаете глянцевым топом только сам Шармикон. Во-первых, текстура красивая очень. Видите, мраморный камень такой коричневато-охристый. И можно даже вот этот шармикончик также сделать.
Так, нам понадобится веерная кисточка. И возьмем два цвета. Давайте возьмем зелененький цвет, 335 и 336. Я хочу вот таких два варианта сделать. Коляксуешь надо было или выкраску? Так она вроде была нормальная. Сейчас я смотрю, что просто на столе лежала. Все, принесли мне биурбан. Сейчас я вам в сравнении покажу, девочки. Так, сейчас делаем градиент. Блин, еще хотела заранее подготовить первый слой градиента, чтобы не тратить время в эфире. Ну да ладно. Сейчас мне принесли коллекцию биурбан. Я прям выкрашу сейчас, покажу вам два цвета, чтобы вам было хорошо видно. Так, берете влажную салфеточку. Сейчас сделаем такой быстрый вариант градиента, чтобы время ваше не тратить. Я обычно так не делаю на клиентах, но на типсах так удобно делать. Зато быстро. Все, сушим. Так, пока он сохнет, показываю вам сравнение. Итак, возьмем оттенок красного из биурбана. Вот он, номер 293. И берем оттенок из новой коллекции 334. Так, это вот как раз биурбан. Он такой темный. Что так не нашла? И номер 334. Ну, я уже так показала. Спасибо, Юль. Не надо, да? Вот, видно, что получается 293, он более такой темный цвет, а 334, вот как я и говорила, он такой более клубничный, он такой более алый. Он, как знаете, такую в легкую клубничную розоватость уходит. Вот. Дальше сравниваем серый цвет. Метрополис 294. 294. Ну, он прям темный. Вот. Видите, он такой прям очень цвет асфальта. А серый, видите, 338, он прям, ну, такой классический темный серый. Вот, увидели разницу, девочки, да? Сейчас хорошо видно. И синие сравнить. Не, ну, синие они вообще разные, девчонки. Синий, он прям в 296 это такой ядреный ультрамарин. Прям, я обожаю этот цвет синего тоже. А здесь он именно, ну как, голубой. Это такой синий-голубой. Это два абсолютно... Это даже разная категория синих, вы видите? Они разные. Этот голубой холодный, а этот такой более теплый. Этот синий, вот смотрите, это вот модный сейчас синий. Вот я за синим свитером тут недавно у 12 Stories просто охотилась и не смогла купить, представляете? Я вот сколько не узнавала, когда будет в наличии, ну, у них была вот партия, они ее продали, а повторять не будут, сказали, что, возможно, только уже в следующем сезоне. Вот, расстройству моему не было предела, потому что я хотела именно вот такой цвет, вот. Ну, вот я сейчас думаю купить такой пуховик еще. Ну, не знаю, не решила. Я все-таки хотела зеленого цвета пуховик.
Поэтому рекомендую вообще обратить внимание на этот цвет, потому что он дико модный. Вот в верхней одежде. Это блейзер купить, какой-нибудь теплый свитер, пуховик, там варежки, шарфик, шапочка. Ну, для градиента, кстати, цвета хорошо смешиваются. Но я, конечно, градиент не очень люблю делать, потому что люблю делать его там в виде абстракции, градиент, чтобы можно было прикрыть. Не делать его идеальным. Но здесь вот хорошо у меня сейчас пятна пойдут из шармикона, и они снивелируют недостатки, если такие будут в градиенте. Здесь мне можно немножечко схалявить, да, и сделать побыстрее градиент. Все. Сделали. Сушим. Да, смотрите, еще раз напомню, что входит в набор. Давайте проговорим. В набор Out of Town. Это декабрьская зимняя коллекция. Она полностью эмалевая. Вот идет такая вот сумочка хорошенькая. Вот такая сумочка. Идет, получается, 6 гель-лаков. Да? Где наши гель-лаки? Вот они, 6 гель-лаков. Также идет наклейки. Идут наклейки, ложечки, но ложечки только не выкрашены, вы сами приклеиваете, сами выкрашиваете. И идет вот такой красивый шармикон, он просто идеально гармонирует с этой коллекцией. Вот. Так, давайте дальше. Просушили. Напишите кто-нибудь тему, обзор новой коллекции и дизайны с новой коллекцией. Так, у нас с вами еще остались вот такие абстракции. Сейчас мы делаем вот такие варианты. Так, вот этот вариант уже готов. Смотрите, как красиво. Ой, как красиво. Так, дальше наносим теклос. Опять же, для чего теклос наносим? Чтобы приклеить шармикончик. Нанесли теклос, сушим 2 минуты. И здесь вот, смотрите, есть вот такие прикольные штуки классные. Смотрите. С элементами фольги. Так, а второй давайте. Так, по цене наборов. Так, сейчас по цене. Юль, позвони, узнай, сколько стоит 6 миллилитров набор и 9 миллилитров. Напишешь мне? Так, давайте второй вариант сразу же сделаем. Для вторых вариантов я хотела показать вот такую абстракцию с сусальным золотом, с поталью. Так, ну давайте прям даже повторим. Синий и красный, да, вот возьмем 336 и 334. Так. Пошли, первый будет синий. И вот здесь, так как у меня будут идти сейчас разводы абстрактные, да, мне не обязательно делать идеальный градиент. Он здесь делается черновой, так как нет смысла и времени тратить. На градиент, потому что сверху, видите, пойдет вот такая абстракция. Поэтому мы здесь делаем черновой градиент. Набором, да? Да, напиши мне вот здесь на бумаге, пожалуйста. Угу. Сейчас я вам цены скажу на наборы. Кто спрашивал 6 миллилитров, 6 миллилитров сейчас скажу. Кто спрашивал за 9 миллилитров, тоже 9 миллилитров. Все есть. Поэтому кто переживал за шестерку, шестерка тоже есть.
так вот примерный градиент делаете. Все, и второй слой. Сейчас я вам ближе покажу. Видите, здесь как такового градиента потом будет не видно, поэтому нет смысла тратиться на него. Нет, 6 мл новые кисти. 6 мл новые, потому что вот у меня Riches, смотрите, это коллекция Riches. И вот уже Riches выходили с новыми кистями, смотрите. Вот, поэтому и Town, Out of Town тоже с новыми кистями. Так, этот готов. Так, этот сейчас мы тоже здесь делаем чернобой, еще раз говорю, градиент, потому что у нас сверху пойдет абстракция. Ну, такой быстрый вариант градиента. Все, сушим. А теперь делаем абстракцию. Что нам понадобится для абстракции? Так, для абстракции нам понадобится базовый гель, жидкая база. Вот, жидкая база. Да, эфиры всегда сохраняем. Выкладываю ее на палитре. Цену написала? 6 нету. А, нет 6. Есть поштучный набор. Короче, девочки, по 6 мл не стали делать Out of Town. Получается, 9 мл стоит 3 800, поштучно 700 рублей. Так, теперь с базовым гелем смешиваем синий и с базовым гелем смешиваем красный. А, и нам еще, знаете, что понадобится? Давайте еще черный возьмем. Еще черный гель-лак. Да, Ира, привет, Ира Корытина. Цвет огонь. Прям под твое пальто. Цвет просто офигенский. Это правильный модный цвет. Я его очень ждала, когда он будет, чтобы сделать себе маникюр, потому что у меня много вещей такого оттенка. Видите, я сейчас с базовым гелем намешиваю, девочки. И черненький. Прям чуть-чуть. Намешали. Теперь, чтобы эти цвета красиво расплывались, потому что, видите, нам нужно, чтобы оно здесь потеки были красивенькие, чтобы здесь где-то подтекло. Нам нужно, во-первых, нанести поталь. Тут у меня кусочки есть. Как раз потали. Нанесем кусочек потали. Теперь сверху берем топ-слайдер, потому что хорошие растеки получаются по топ-слайдеру. Прям течет красиво. Поэтому топ-слайдер. Жирное единственное не наносите, нанесите тоненько. Все, и теперь берете эту же веерную кисточку, ею набираете оттенки. Ну, нам нужно, чтобы у нас оттенки были и синий, и красный. Можно вот отдельно красный и черный добавить.
там, где у нас сверху синий. Вот, а здесь предлагаю синий и черный. Ну, прям вот попотали, чтобы где-то она полупрозрачно прям виднелась. Все, сушим. Так, здесь у нас как раз все высохло. И берем с вами шармикончик. Вот этот. Давайте прям даже два сделаем. Так, какой выбрать? Какой выбрать? Все красивые. Боже, как красиво. А как же сочетается самое главное? Здесь поменьше возьмем кусочек. И наносим матовый топ. Здесь тоже можно перед тем, как наносить матовый топ, пройтись каким-нибудь топом с липкостью. Вот. Но так как я сейчас не хочу здесь делать лишнюю толщину, или все-таки нет, нанесу. Давайте топ-слайдер, чтобы все хорошо носилось, все хорошо держалось. Сейчас просто нужно максимально тонко нанести, потому что матовый топ с теклоса, он, конечно, при нагрузке может сцарапываться, поэтому прям максимально тоненько нанесли, убираете лишнее, нанесли и убираете лишнее. Сушим. Так, а здесь можно добавить еще кусочек теперь. Сушим. Здесь предлагаю просто перекрыть глянцевым топом, потому что будет красиво. Можно потом прорисовку добавить по желанию. Если нет топа слайдера, можно базу. Единственное, что базовые гели, они все чуть-чуть могут желтить. Но так как коллекция темная, то, в принципе, пожалуйста, берите тонко-тонко базу наносите. Так, здесь теперь перекрываем матовым топом. До того, такой дизайн, если бы его... как в бутерброде послойно сделали правильными топами, он тогда будет хорошо носиться. Единственное, конечно, матовый топ не для всех клиентов. Я это всегда повторяю. Есть аккуратные клиенты, а есть клиенты, которым просто противопоказано носить и велюровую одежду. Им противопоказано носить замшевую обувь, замшевую одежду. Вот, поэтому здесь нужно смотреть по клиентам. Если у клиентов очень высокая нагрузка, там она, не знаю, на складе коробки собирает. Ну, это смерть для ногтей, в принципе, а еще и для матовых. Так. Этот будет немножко перегруженный дизайн, но ничего страшного, как я люблю повторять своему сыну. Ну, ничего страшного. Ну, чуть-чуть вот я прорисовочки добавлю. Можно было, конечно, прорисовочку добавить под финиш. Тоже было бы хорошо, чтобы вообще ничего сверху финиша не было.
Получается такой, знаете, аквариумный эффект, красивый. Можно вам на этой неделе послать цвета желаемых им паст. Очень бежевые цвета нужны. Обязательно шлите. Я вас прям в прошлом эфире это просила делать. Присылайте номера гель-лаков, под которые хотели бы, чтобы были эмпасты. Так, ну все, вот добавили немножко прорисовки, сушим. Так, а здесь берем теклас. Выкладываем на палитру. И вот такие штучки прикольные. Выделяем топом глянцевым. На фоне матового топа просто роскошно. И он такой вот гармоничный, не сильно яркий. Смотрите, как симпатично получаются кусочки. Таких камней, украшений. Так. Все, сделали. Так, ну, остальные я уже не успею показать. Давайте я вам просто их сфотографирую. Вот здесь варианты с квадратиками я делала сочетание. Да? Я считаю, что вот эти квадраты, они у нас в базовом ассортименте будут еще очень долго. Вот, поэтому у кого есть вот эти квадратики, с квадратиками очень классно сочетать. С золотыми. Вот они эти, шармиконы. Тут можно, видите, с полосочками сделать абстракцию. Так, эти варианты готовы тоже. Еще раз напомню, я работала новой коллекцией, которая только ожидается. В продажу она поступит 26 ноября. Продаваться она будет у нас весь декабрь. Это для тех клиентов, кто не любит блестящие оттенки. Мы решили в этом году сделать не одну коллекцию, да, с блестками, поэтому у нас помимо новогодней Riches коллекции вышла вот такая коллекция, которая называется Out of Town. Я уже сделала сравнительный анализ, красные цвета я сравнила, серые цвета сравнила с прошлыми коллекциями. Ну, девочки попросили с Biurban сравнить. Давайте я сейчас отвечу на вопросы. Так. Это зимние цвета, синий-красный. Не поняла вопрос. Так, отдельно в продаже данные шармиконы продаются. Да, смотрите, это шармиконы, они сейчас есть в базовом ассортименте. Поэтому, если понравилось, номер сейчас скажу, как называется шармиконы. Так, шармиконы идут под номером 142. Мрамор 142. Давайте я сейчас покажу, наверное, в каталоге. Вот они. Мрамор 142. Они получились такие удачные, что мы их перевыпустили. Вот. И точно такие же мы же потом повторили. Видите, аура номер 166 в ярких оттенках. Они очень прикольные. Поэтому, если понравилось, 142. А какая цена может быть у такого дизайна? Цены нужно промониторить вам у ближайших салонов.
мастеров, которые работают близко к вам. Потому что сказать, какая цена, смотрите, я из Ростова-на-Дону, да, у меня, например, салон достаточно дорогой, и дизайн может стоить там до 1000 рублей, только один дизайн. Вот. Есть у нас чуть более такой демократичный салон цены, там за один ноготь может стоить 100 рублей, 150 рублей за один ноготь дизайн. Опять же, нужно смотреть, что у вас за город, какие у вас цены, нужно промониторить. Можно нам на этой неделе послать цвета желанных импасток, я это ответила. Цвета все сочетаются, все правильно. Серый out of town сочетается с серым казино, конечно. Будет очень красиво, если, например, часть ногтей будет сделана из казино, а часть будет эмаль, конечно, будет сочетаться. Покажите еще раз темно-красный. Давайте я еще раз покажу коллекцию. Он не темно-красный. Вот смотрите, мы с вами сравнивали с тем же, например, с Биурбаном. Так, где Биурбан красный у нас? Сейчас я сравню. Вот видите, если Биурбан посмотреть, он очень темно-красный, да, а из этой коллекции красный он более клубничный, он более светлый. Так, надеюсь, что ответила на вопрос. Дальше. Если нет топа-слайдеров, все правильно, можно заменить на базу. Так. Я смотрю, вы здесь сами друг с другом пообщались. Я, наоборот, овальные не люблю. Ну, да. Смотрите, кисточки. Я вот, кстати, выставляла результаты голосования. Помните, я проводила осенью голосование. Все-таки оставлять овальные и возвращаться опять к квадратным. И, ну, как всегда, все равно голосование даже в Инстаграм показало, что большая часть, 80% людей проголосовали за овальные кисти. Только 20% проголосовали за квадратные. В 6 миллилитрах я уже ответила сейчас кисти овальные, но в этой коллекции 6 миллилитров нет, только 9 миллилитров. Вы такие молодцы, что делаете такие наборы, ничего самому придумывать не нужно, бери и делай. Все правильно, я очень люблю готовые решения для мастеров, потому что, во-первых, это клиенту очень удобно показывать, и тогда у клиента есть желание купить, да, купить это покрытие, купить это декоративное покрытие, потому что не все клиенты могут, например, принять решение, ой, хочу дизайн. Это редко кто так вот захочет. К этому многие клиенты приходят через мастеров. Это все зависит, конечно, от мастера. Вот. Краски новые до Нового года будут, да. У нас краски выйдут аж две коллекции новые. Одна будет витражная коллекция с блестками, а вторая будет просто классическая краска перламутрово-блестящая, тоже новогодняя. База загустела, чем разбавить? Ничем, к сожалению, девочки, потому что это она не загустела, она, скорее всего, у нее начался процесс полимеризации. Черная пятница, когда у вас закончится по материалам? Так, ну, смотрите, информация вся есть на amyshop.ru, и, по-моему, у меня сейчас еще раз в сторис повесили объявление, до какого числа будет черная пятница. Ура, овальные самые лучшие. Благодарю за идею дизайна. Подскажите, пожалуйста, почему матовый топ полосит? Так, матовый топ полосить может, если уж очень тонко наносите, либо наоборот, слишком жирно нанесли. Вот в этом случае. И вот я уже проговаривала в самом начале эфира, пересмотрите еще раз, рекомендую матовый топ всегда наносить на дисперсию чего-либо.
просто нанести прямо на цветник. Вот. Если это было сделано там, с дизайном, кучу всего, там, и без липкости использовали топ, то лучше взять топ с липкостью, а потом матовый топ, он тогда не будет полосить. Скажите, жидкие камни можно смешивать с импастой, с топом Теклосом? Смотрите, жидкие камни их смешивают просто с импастой. Зачем с топом Теклосом смешивать? Если вам нужна более жидкая консистенция, то да, конечно, можно смешать. 337 очень похож на красный дым. Или мне так кажется? Кажется. Смотрите, вот красный, я долго думала, выпускать его или нет, потому что он необычный. У нас нет такого красного. Он, во-первых, такой светлый красный. Он слегка как с такой грязнинкой. Чем-то напоминает такую клубнику. Вот. И в то же время он красный. Вот, поэтому нет, не похож. В Абхазии есть ваша продукция? Нет. Это только через интернет. amyshop.ru в Абхазию заказывайте. Очень долго жду гель-лак 60 персиковое эхо, когда снова появится Москва. Я сделаю скриншот вашего сайта. Ну все, я думаю, я ответила на все почти вопросы. Возможно, которые были первые вопросы, не ответила. Пишите в комментариях остальные вопросы, я обязательно отвечу. Всем хорошего дня. Еще раз напомню, коллекция ожидается. Ее еще нет в продаже. Она только появится в продаже. Вам хорошей рабочей недели, потому что сегодня только середина рабочей недели. Всем пока-пока.